200 баллов за два экзамена. Самый круглый отличник Самары Глеб Ткач сдал на отлично русский язык и информатику. Говорит, что не думал так успешно справиться с ЕГЭ. Очень приятно. Ну, по информатике, честно говоря, я рассчитывал на высокий результат, а по русскому даже как-то неожиданно. Математика вообще всегда нравилась. То есть разные технические направления, да и физика тоже. Глеб знает, чего хочет – заниматься цифровыми технологиями и программированием. Алексей Аполлинаров всегда любил обществознание и получил по этому предмету свою сотню баллов. Говорит, что давно не переживает за оценки. Главное не ставить рекорды, а искренне любить предмет, который сдаешь. Во время работы самой, в процессе экзамена или контрольно-самостоятельной работы, я просто привык получить удовольствие. Если я получу удовольствие, значит, скорее всего, результат будет хороший. Все 100 бальники получили благодарственные письма от городской администрации. Их лично вручили выпускникам глава города Елена Лапушкина и Алексей Дегтев, председатель городской думы. Они поздравили вчерашних школьников с началом новой жизни и напомнили, в Самаре есть все возможности для самореализации. Мне действительно искренне хочется, чтобы вы все остались учиться, жить и работать в Самаре и Самарской области. Вы действительно здесь очень нужны. Самара всегда ждет вас. Это город вашего детства. Это город нашей общей мечты. Наградили и золотых медалистов, их в Самаре множество. Теперь, когда экзамены закончились, они могут выдохнуть с облегчением. Но ненадолго, уже в июле начинаются вступительные испытания в вузы. Именно там выпускникам и пригодятся заработанные баллы, чтобы сдать и этот экзамен на все 100. Артем Устинов, Станислав Левин. События.